Всем привет, дорогие друзья! День 8, как мы строим крышу. Ну, точнее, я уже не строю, но я наблюдаю за этим всем процессом. Вот по этим доскам мы поднимаем лист ОСБ наверх, там его крепим. Очень скользко, с утра изморозь, приходится очищать ОСБ. Две стороны покрыли, сегодня покроем две стороны и начинаем класть уже ковер. Чтобы поднять лист ОСБ вот по таким вот палкам, делаем отверстие в ОСБ, в ОСП, где вставляем крюк, вот так вот, и поднимаем вот этой вот стропой его наверх. Очень прикольное изобретение. Друзья, уже через два дня мы начнем прибивать именно мягкую кровлю, а для этого, если вы строите зимой, ее лучше занести в теплое помещение, чтобы за сутки, либо двое, она нагрелась и была теплая, эластичная. Ну а дальше по одной пачке выносим и прибиваем.